أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хайякум Аллах джамиан. На этой серии мы поговорим о том, как из тела выходит душа. Как выходит душа верующего, перед которой распахиваются небесные врата? Как выходит эта душа и как выходит душа неверного, для которой не открываются врата небес? Как выходит эта душа? Прежде чем говорить о выходе души, мы поговорим о предыдущем этапе, о самой смерти. Как умирает один и как другой? Всевышний Аллах говорит: «О обретшая покой душа! Это душа, которая поклонялась Аллаху, повиновалась Аллаху, душа, которая часто склонялась перед Аллахом. Это человек, который был близок к Аллаху. О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай». Это то, что ей скажут. Это то, чем ее обрадуют. Она исходит из тела с полным довольством. Но кафир, лицемер, беззаконник, у него этой легкости не будет. Наоборот, он окажется в совершенно противоположном состоянии. Пребывая в предсмертной агонии, его душа разбежится по всему телу, когда ей сообщат о наказании Аллаха и о тех ужасах, которые ее ждут в дальнейшем. Она будет отказываться выходить, а ангелы будут бить ее и говорить: «Отдай свою душу! Выходи! Выходи, душа! Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями». Посмотрите, какие вести их ждут. Ангелы сообщат о чем-то плохом, о мучениях. «Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями». О Аллах! Я прошу Всевышнего Аллаха избавить нас от этого. Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих, это предсмертные мгновения перед самой смертью. Они бьют их по лицу и по спинам. Как мы уже сказали, они бьют их. Бьют по лицу и по спинам. Да упасет нас от этого Аллаха. Видели ли вы, как это происходит? Начало этого путешествия, начало путешествия его души начинается с битья и сообщений о грядущих мучениях. Всевышний Аллах говорит: «Они бьют их по лицу и по спинам» со словами: «Вкусите». Вкусите что? Вкусите мучения от обжигающего огня. Да упасет нас от этого Аллах. Я прошу Всевышнего Аллаха не делать нас из их числа. И я также прошу Его сделать нас обладателями душ, обретших покой, которые выйдут из тела, будучи удовлетворенными и снискавшими довольство. وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر. У каждого из нас душа покинет тело, но произойдет это у разных людей по-разному. У кафира душа будет выходить одним способом, а у искреннего верующего другим. Давайте поговорим о неверных и о том, как их души будут выходить из тела, а также о лицемерах и людях, чинивших при жизни беззаконие. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Ибн Маджа: «К умирающему приходят ангелы». Затем он сказал: «Если этот человек был плохим, ему говорят: «Выходи, о скверная душа, которая была в скверном теле, выходи в позоре и узнай, что тебя ждет кипяток, гной и другие мучения». Ангелы описывают эту душу худшими выражениями: «Выходи в позоре».
Они сообщают ей о мучениях, о кипятке. Это будет самое начало. Они велят ей покинуть тело. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, и ей будут повторять это, пока она не выйдет. Потом с ней поднимутся на небеса, но ворота для нее не откроют. Сонмы ангелов спросят, кто это? И те ответят, такой-то. Они назовут его по имени. Им скажут, не надо сюда скверную душу, пребывавшую в скверном теле. Возвращайся в позоре. Вернись, будучи ненавистной и упрекаемой. Для тебя не откроются небесные врата. И ее возвращают с небес на землю, после чего она отправляется в могилу. Сначала ей приказывали выйти из тела посредством самых страшных выражений. А потом перед ней закроются врата неба и не откроются. Как сказал Всевышний Аллах, «Воистину не откроются врата небес для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай. Пока…» Посмотри на это условие, которое должно произойти, чтобы перед ними открылись небесные врата. «Пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко». Большой верблюд, если он зайдет в игольное ушко, только тогда перед ними откроются небесные врата. Но невозможно, чтобы верблюд зашел в игольное ушко, как невозможно и то, чтобы перед ними открылись небесные врата. О Аллах! Таким будет положение этих людей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, который привел Ан-Насаи, когда кафир оказывается при смерти, к нему приходят ангелы наказания с чем-то типа шерсти или дерюги. Они одевают его в эту дерюгу. Это больно. Они надевают ее на его душу. Потом душе говорят, «Выходи навстречу гневу и негодованию Аллаха». Этой дерюгой обворачивают душу, и она в негодовании покидает тело навстречу гневу. Ангелы говорят, «Выходи навстречу наказанию Аллаха, велик он и славен». И она выходит, начиная при этом извергать самое скверное трупное зловоние. Она источает самое ужасное зловоние, которое только бывает. То есть это самый плохой трупный запах. Представьте себе это отвратительное трупное зловоние. И когда с этой душой доберутся до первого неба, ангелы скажут, «Как же отвратителен этот запах!» И ее подведут к душам неверных. И души неверных, как сказали ученые, соберутся. Как об этом говорится в хадисе пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они соберутся. На чем? На наказании. И их подвергнут совместному наказанию и мучению. Чувствуешь ли ты свою душу, которая сейчас находится в тебе? Твоя душа пройдет через это путешествие, иншаллах, соизволение Аллаха. Это благая душа, верующая душа. Всевышний Аллах говорит, тех, которых ангелы умерщвляют праведниками, они чисты от грязи ширка, многобожия, грехов и прегрешений. Они скажут, посмотри, что же скажут ангелы? Все, это уже начало смерти. С самого начала этого путешествия послушай эти прекрасные слова. Мир вам, о Аллах, мир. Салям, спокойствие, покой. Войдите в рай благодаря тому, что вы совершали. В этом мире ты совершал благие деяния. Сейчас тебя ждет воздаяние, благое путешествие, комфортное путешествие. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится в Сунане Ибн Маджи. Если это был праведный человек, они скажут. Ангелы говорят, «Я хочу, чтобы ты прочувствовал это путешествие, ощутил, будто это твоя душа. Это твоя душа покидает тело. Я хочу, чтобы ты почувствовал, что это твое путешествие». Они говорят, «Выходи, о благая душа, которая была в благом теле. Выйди хвалимой и достойной похвалы. И возрадуйся рауху». Раух – это покой, спокойствие и милость. То есть возрадуйся милости, покою, довольствию и рейхану. Рейханом называют все приятно пахнущие растения. Радуйся Господу, который не разгневан на тебя. И ей будут повторять эти слова, пока она не покинет тело. Затем ее поднимут к небесам, и для нее откроются врата небес. Ангелы, которые будут там, спросят, кто это? И им ответят такой-то. О Аллах, такой-то. Ты, брат, такая-то, ты, о сестра, они назовут тебя по имени, такой-то, и им скажут, добро пожаловать благой душе, которая была в благом теле. Почему они это повторяют? Благая, благой, благое тело. Потому что ты совершал благие дела, потому что ты старался приблизиться к Всевышнему Аллаху. Тебе была оказана честь тем, что ты поклонялся Всевышнему Аллаху.
благая душа, которая была в благом теле, заходи и возрадуйся покою, Рейхану и Господу, который не гневается на тебя. О Аллах! Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы у нас оказались именно такие благие души, которые пройдут сквозь это прекрасное путешествие, чтобы душа была поднята к небесам, и перед ней распахнули врата небес. Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Ан-Насаи. Ангелы милости приходят к этому умирающему. Когда с него выйдет его дух, придут ангелы милости с куском белого шелка. В этом мире тело заворачивают в белый саван, а душу окутают этим куском шелка. Завернут в белый шелк, и она выйдет, начиная благоухать самым прекрасным ароматом мускуса. Это самый прекрасный запах, самый восхитительный аромат мускуса. Ангелы будут передавать эту душу друг другу, будут передавать душу из рук в руки. Из-за лени или усталости? Нет, из почета к этой душе. Душе будет оказана честь, когда они будут передавать ее из рук в руки. Затем они вознесут душу к вратам небес, и ангелы скажут. Они скажут, до чего прекрасен этот запах? Что это за чудесный аромат, который пришел с земли? И эту душу подведут к душам других верующих. Представь, эту душу поместят к душам других верующих. До того, как закончить хадис, послушай этот пример. Представь, как ты кого-то любишь. У вас очень близкие отношения. Это может быть твой брат, мать или жена. Кто-то, кого ты любишь. Вы расстались на длительный срок, а затем вы вновь встретились. Какая сильная это будет радость. Как сильно ты обрадуешься. Конечно, для тебя это будет большая радость. Что говорит пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует? Эти души обрадуются ему сильнее, чем радуется человек, к которому приходит кто-то долго отсутствовавший, и их радость будет больше. Та душа встретится с другими благими верующими, чистыми душами. Ибн-Аль-Кайим говорит, что души бывают двух видов. Он упомянул души, которые подвергают наказаниям, и души, которые будут наслаждаться, что они встречаются, навещают друг друга и вместе вспоминают, что у них происходило в Дунии и что происходит с людьми Дунии. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас такими благими душами, которые пройдут через это благое путешествие и услышат эти благие слова. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Человек может любить встречу с Аллахом, или же наоборот, не желать встречи с Аллахом, при жизни или после смерти. Мы узнаем об этом. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел от Тирмизи. Аллах желает встречи с тем, кто желает встречи с Аллахом, и не желает встречи с тем, кто не желает встречаться с ним. Аиша говорит, «Я сказала, о посланник Аллаха, но ведь никто из нас не хочет умирать». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Дело не в этом. Это не то, что человек не хочет жить в этой жизни и хочет уже встретиться с Аллахом. Конечно, все хотят жить в этой дунии, но тем не менее, после смерти человек может желать встречи с Аллахом, а может ее не желать». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, когда верующий получает радостную весть о милости Аллаха. При смерти его радует, сообщая о милости Аллаха к нему, о великой милости. Милостивый и милосердный Аллах сообщает ему о своей милости. Также ему сообщают, что Аллах доволен им. Когда верующий получает радостную весть о милости Аллаха, его благоволении и его рае, рае, ширина которого равна небесам и земле, что произойдет в тот момент? Он начинает желать встречи с Аллахом, и Аллах желает встречи с ним. Аллаху Акбар. В тот момент он захочет встретиться с Аллахом, и Аллах захочет встретиться с ним. Что касается неверного, то когда он получает весть о мучениях, которым подвергнет его Аллах, о мучениях, которые Всевышний Аллах назвал великими, и об ожидающем его гневе Аллаха, встреча с Аллахом становится для него ненавистной, и Аллаху тоже ненавистна встреча с ним. В таком они окажутся положении. Человеку возвестят либо о благе, либо о зле, и человек либо захочет встретиться с Аллахом, либо возненавидит встречу с Аллахом. Твоя душа покинет твое тело. Она либо поднимется к небесам, и перед ней распахнутся небесные врата, либо она поднимется на небеса, но ей не откроют. Во время своего выхода она либо услышит красивые слова, благие вести о рае и о милости Всевышнего Аллаха, либо услышит плохие слова и вести об адском огне и наказании. Твоя душа после смерти последует либо по этому пути, либо по тому. Хорошо. И что же будет после смерти? Что будет потом? Покойника омывают и хоронят. Умершего положат в могилу. Искушение могилы, сжатие могилы, вопросы в могиле. Обо всем этом мы узнаем на следующей серии. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا ونام.